На конкурс дети читают стихи. Я Амалия Анжирова, мне 9 лет. Город Элиста, Республика Калмыкия. Скифы. Александр Блок. Миллионы вас, нас тьмы и тьмы и тьмы. Попробуйте, сразитесь с нами. Да, скифы мы, да, азиаты мы, с раскосами и жадными очами. Для вас века, для нас единый час. Мы, как послушные холопы, держали щит между двух враждебных рас. Монголов и Европы. Века, века ваш старый горн ковал и заглушал грома лавины, и дикой сказкой был для вас провал, и Лиссабона, и Мессины. Вы сотни лет глядели на восток, копя и плавя наши перлы, и вы, глумя, считали только срок, когда наставить пушек жерла. Вот срок настал, крылами бьет беда, и каждый день обиды множит, и день придет, не будет и следа от ваших пестумов, быть может. О, старый мир, пока ты не погиб, пока томишься мукой сладкой, остановись, премудрый как Эдип, пред сфинксом с древней загадкой.